Здравствуйте, я профессор, доктор наук, директор профессиональной высшей школы здравоохранительных услуг Мустафа Корай Гюмюшташ. Наша высшая школа начала свою образовательную деятельность в структуре Стамбульского университета в 1985 году по направлению технологии стоматологического протезирования. Позже добавились такие образовательные программы, как медицинская визуализация, техники лабораторных исследований, ядерная медицина, радиотерапия, уход за ротовой полостью и медицинское документоведение и секретариат. Всего действует 7 образовательных программ. Кроме того, в следующем году мы планируем открыть еще одну учебную программу «Уход за людьми с ограниченными возможностями». Все эти программы преподаются на двух кафедрах. На кафедре стоматологии преподаются программы «Уход за ротовой полостью» и «Технология стоматологического протезирования». Остальные программы преподаются на другой кафедре. Мы планируем включить программу по уходу за людьми с ограниченными возможностями в направлении социальной помощи. Все образовательные программы нашей высшей школы – это программы здравоохранения. В том числе мы включили в программу здравоохранения направление медицинского документоведения и секретариата, чтобы подготавливать специалистов, разбирающихся именно в медицинской документации и способных оказать неоценимую пользу в управлении медицинскими организациями. Во время мировой пандемии медицинские специалисты оказались как никуда востребованы. Наши выпускники работают в центрах и медицинских учреждениях по борьбе с COVID-19, лаборантами и техниками в радиологических отделениях и отделениях ядерной медицины. Наши выпускники являются ценными кадрами в борьбе с такими заболеваниями, как рак, коронавирус и многими другими. Наши выпускники могут устроиться в государственные и частные больницы, в медицинские университеты и государственные учреждения. Мы выпускаем высококвалифицированных специалистов, которые не имеют трудностей в поисках работы. Наша профессиональная высшая школа работает в интеграции с медицинским факультетом университета Джарахпаша, поскольку практические занятия мы проводим в лабораториях и поликлиниках больницы университета Джарахпаша. Мы разделяем студентов на группы. Каждая группа студентов в определенные дни и часы проходит практические занятия в радиологических и исследовательских лабораториях, микробиологии, биохимии, гематологии, банке крови и прочих. Также студенты проходят стажировку в период летних каникул. Приезжие студенты не имеют проблем с размещением и проживанием в летние месяцы. В том числе, наши учащиеся могут пройти стажировку непосредственно в лабораториях медицинского факультета нашего университета. В период пандемии лаборатории нашего университета закрыты для студентов, поэтому все практические занятия мы проводим по подробным детальным видеоурокам. Студенты проходят стажировку в одной лаборатории. Однако мы стараемся выстроить учебный план таким образом, чтобы учащиеся получили необходимую практику в каждой из лабораторий на практических занятиях. Так, наши студенты получают большое количество знаний и навыков в каждой из узких областей. Кроме того, наши выпускники, упомянув о своих навыках на собеседовании при устройстве на работу, могут быть приняты во многие медицинские учреждения в качестве стажеров и в дальнейшем включены в штат.